Доброе утро. Давайте знакомиться. Эту прекрасную барышню зовут Мила, и она ищет новый дом. История Милы довольно проста. Ее хозяин решил сменить место жительства. Таким образом, она осталась на улице. Теперь она ищет свой новый дом и, главное, человека, для которого такие понятия, как верность и преданность, не пустой звук. Миле около 4 месяцев. Это очень добрая, ласковая и любознательная собака. Ничего не грызет в доме и неприхотлива в еде. Только посмотрите на меня, какая она милая. Не собака, а лепота. Ей-богу, не было бы своей, взял бы не глядя. Мила привита и обработана от паразитов. В доме не лает, спокойно остается одна. Тонко чувствует хозяина и всегда готова поднять настроение. Подойдет активным молодым людям, в том числе и с детьми. Наша барышня еще довольно молодая и немножко стесняется камеры. За кадром это очень позитивная, добрая и веселая собака. Вылечит от любой хандры и поднимет настроение своему будущему хозяину. Да, Милусик? Как известно, собака не смысл жизни, но с ней ваша жизнь обретает новый смысл. Давайте поможем Миле найти свой новый дом у любящего хозяина. Звоните по телефону, указанному на ваших экранах, и пусть каждое бездомное животное найдет свою дорогу домой.